Грандиозно и масштабно отметили свой праздник нефтяники. На стадионе в Новокуйбышевске собрались тысячи жителей города. Ежегодно нефтехимические предприятия перечисляют в бюджет области миллиарды рублей. При этом не забывают и о социальных вопросах. Это касается в том числе строительства инфраструктуры. Стадион заполнен, к торжеству все готовы. Впервые праздник три мощнейших предприятия города отмечают вместе. Это Новокуйбышевская нефтехимическая компания, завод масел и присадок и нефтеперерабатывающий завод. У него, кстати, в этот день двойной праздник. Предприятие отмечает свое 65-летие. 65 лет заводу, который, на базе которого в итоге был создан город, и завод, который сегодня является одним из флагманов российской перерабатывающей, нефтеперерабатывающей промышленности. В этом году будет переработано рекордный объем топлива за последние 11-15 лет. 65 лет успешной работы прочно закрепили за Новокуйбышевским НПЗ звание флагмана отечественной нефтепереработки, первооткрывателя в освоении передовых технологий, кузницы высококвалифицированных специалистов. В юбилейный год НК-НПЗ выходит на новый уровень развития. Ежегодно завод перерабатывает свыше 8 миллионов тонн нефти. Бьет рекорды по объему выпуска топлив высшего экологического стандарта Евро-5. Нефтяники являются основой бюджета и благосостояния Самарской губернии. Только от наших трех предприятий более 10 миллиардов ежегодно поступает бюджет региона. При этом предприятия ведут устойчивое развитие своих производств и выполняют все социальные обязательства перед своими работниками. Лидерскую планку держит и Новокуйбышевская нефтехимическая компания. Предприятие входит в пятерку крупнейших работодателей Самарской области и является одним из крупнейших производителей продукции газопереработки и нефтехимии и органического синтеза на территории России и Восточной Европы. Лучшие сотрудники трех компаний в этот день получают награды. Георгий Волнягин пришел в нефтехимическую компанию в 1999 году. Прошел путь от мастера по ремонту до главного механика. Мужчина признается, ни разу о своем выборе не пожалел. Специфика ремонтной службы достаточно интересна. Мне нравится работать. Мне комфортно. Сбоев же нет? У нас не бывает сбоев, у нас все нормально. Почетную грамоту губернатора получает и Дмитрий Зубков. Начальник цеха энергоснабжения нефтехимической компании и говорит, эмоции непередаваемые. На предприятие я пришел в 96-м году. Вот, за 20 лет работы прошел до должности начальника цеха. Преимущество работы в компании – слаженный коллектив, интересная работа, вот, есть уверенность в будущем. Вот. Все, что связано с Роснефтью, это интересно и красиво. Как в подтверждение этих слов и сам праздник – масштабно и грандиозно, с участием российских звезд. Как сказали присутствующие, нефтяники умеют отдыхать, впрочем, и работать. Особое внимание всегда руководство компании уделяет вопросу модернизации производства. Все только самое современное и лучшее. Сергей Овчинников, Ольга Павловская, Андрей Авдеев. Новости губернии. Новокуйбышевск.